настає 15-й, останній епізод сезону страхів. 14 тижнів пари боролись зі своїми страхами. Ольга, я не полежу! Ні, я сказала! Та одне з одним. Не трогай, пожалуйста, отойди! Аби кожен дійшов до своєї перемоги. Я себе обманував, що я люблю Еліс. Я не люблю її. Ти – любов всієї моєї житті. Я тебе люблю. Люблю тебя. Люблю. Миленькая девушка. К сожалению, отношения у нас, наверное, не получится. А я хочу, чтобы Илона была со мной. Я хочу, чтобы у нас все было хорошо. Георг, ты будешь крутым папой, я уверена. А ты крутой мамой. Усього на проекте было 14 пар. Та лише дві з них дійшли до кінця. Геворг, який з суворого гепарда, перетворився на пухнастого котика. Ти будеш роботи, де захочеш. Поняла? Куди захочеш, туди йти роботи. Тебе не платять. Та Альона, яка кайфує від довгоочікуваної рівності. Ніколи в житті. Мені не буде ніхто указувати, особливо ніхто не буде указувати. Август, який майже готовий до сім'ї з Анею. С каждым испытанием я понимал, как строить семью, как быть опорой. Та Аня, яка перестала робити Августу безкінечний шокінейшн. Спасибо, что ты не нервничала. А что я буду нервничать? Я уже не нервничаю. Слаженная семейная работа. Мы команда-банда. Хто з пар фіналістів пройде останнє випробування сезону, яке буквально на межі людських можливостей? Та чи допоможе це їм перемогти у проєкті? Привіт, я Олександр Педан, ведучий Reality Exe. І це новий випуск. Підтримуй учасників разом з нами. Як це зробити? Лайк, підписка, коментар і тисни дзвіночок, щоб бути першим глядачем. Вітаю, фіналісти! Здравствуйте! Ну що, готові до останнього фінального випробування сезону? Да. Власне, сьогодні ви дізнаєтеся, наскільки важлива підтримка партнера. По-любому фінальне испытание буде дуже жорстке. Буде щось іменно страшне. Красиві дома, так все чистенько. Що можна робити во дворі где-то? Подивіться, будь ласка, вгору. В смысле? То что, нужно будет идти там? Я в шоке. Что это? Какой? В смысле? Канат торчит между домами. Но я не каната ходит. Ребят, там канат вот такой, даже вот такой, он маленький. У попугая в клетке побольше жердочки, чем вот та полосочка. Дахи об'єднані двома тросами. Один знизу, інший зверху. Відстань від одного даху до іншого – 47 метрів. Супер. Я вже почувствовав страх висоти. Мені страшно зараз. Я не знаю, що буде, як це буде відбуватися. Я не знаю. Одному з пари доведеться йти я вже знаю, кому нижнім мені? Тросом. А, наче йти? Канатоходець. Йти по канату? Ні за що не держати? Інший екс висітиме на верхньому тросі, горизонтально, в системі, обличчям до землі. Ого! Для екса знизу руки партнера – єдина підтримка.
для екса зверху єдина можливість рухатися вперед. Ваше завдання – дістатися швидше за конкурентів до мене на дах навпроти. Якщо ви зриваєтеся, ми можемо знову розпочинати цей шлях. Переможе той, хто прийде швидше за іншу пару. Зараз ви маєте визначитися, хто буде зверху, а хто знизу. Ми вирішили. Так, прошу. Я буду по канату йти, а Аня буде зверху. Августин решил, я ему доверяю. Ножки все равно дрожали, сердечко вот так вот. Это очень страшно. О, именно очень. Тебе нужно будет удержать. Может, ты будешь, наоборот, сверху? Не, держать меня. У тебя руки сильные. Я буду такая, тому, кто снизу, мы должен все время тащить того, кто сверху. Не, а мне 85 килограмм, тебе будет тяжело тащить. Ты меня будешь руками держать, ты понимаешь? Ты сильнее. Ты можешь упасть. Так и ты можешь упасть, я тебя не удержу. А если ты оступишься? Ты меня удержишь, руки будем крепко держать. Вот так вот. А я тебя держу. Геворг и Алена. Я иду по канату, Геворг будет сверху меня держать. Я подумал, что это и правда может быть верный, знаешь, ход так поступить. Я ей доверился. Кто будет первым? Мы. Да пусть бы хотя бы они, Алён, мы посмотрели бы, как они пройдут. Пожалуйста, мы же не против. Ради Господа Бога. Это про что? Готовитесь. Добре. Спасибо. Мы настроимся, мы молодцы, мы боевые, и у нас все получится, я в это верю. Сегодня не хочу быть нервительной, переживательной, хочу быть сильной, мощной, вот такой, как канат, и вот все победить. Ти теж? Да. Доки фіналісти готуються до найекстремальнішого випробування у своєму житті, на фінальну вечірку сезону вже збираються пари, які вибули з проєкту. Саме тут, сьогодні, буде визначено, яка пара переможе у проєкті. Дуже красиво тут, да? Ти теж дуже красиво. Вообще не подумала, своей девочке так летела, она будет на эту ступеньку, мать ему такой спугал, за ним бежать. Не знаю, да ну ты это комментируешь, ну тебе надо. Что хочу, то и делаю. Ты нервничаешь? Нет. Да. Я уже знаю, что я выиграю. Главный приз? Я заберу все 100 штук и буду сделать все сиски. Мы приехали на вечеринку. За ребятами как бы соскучился. Вот нету вот момента конкуренции на данном этапе уже, да? И все какие-то добродушные, что ли. Мы так делать не будем. Мне кажется, я сутулю. Серьезно выходит. Yeah. Мы зашли на эту вечеринку. И что это за вечеринка? Одна бутылка на целое время. Одна бутылка. Смотри, как маньяк с водой крадется. Что с ним? Sick.
Я скажу тебе так, я рад всех видеть из пар, но ни за кем не соскучился. Сразу вспоминаю мультик по Свинку Пеппу. Ох, вот они, непредсказуемые. В принципе, всех был рад видеть, кроме тех, кого я не знал. Но для меня они просто как собака, которая тебе притулилась домой, типа, и выкинуть жалко, но типа, ничего, не пришли, я не понял. Яке воно кончене. Ілона більше всіх, мабуть, удивила. Во-первых, вона вийшла просто шикарно. І, во-вторых, в такому образі, наприклад, я її ще не бачила. Вона піддобріла. Видимо, ту гадость, яка в ній сиділа, вона вилила на проєкті, проработала. І вона зараз виглядить більш жінкою. Ці туфлі не підходять під платье. Натянутая улыбка. Как у клоуна. Антон не приехал еще. Мы с Антоном не вместе, и по какой причине он не приехал, я не знаю. А сразу после проекта мы разошлись. Было честно понятно еще с самой первой встречи с вечеринкой, что как бы, ребята не друг для друга. Ты видел наше кольцо? Да. Продолжение руки и сердца. Тебе нравится? Симпатично. А где твое кольцо? Когда мне сделают предложение, тогда я скажу. Это как оно уже надо? Вау! И Наталья вот так вот вылетает в своем вечернем платье, такая именно фу-фу. Она зашла вот так вот, как вот неожиданно появилась, как дигемоны в свое время. Привет, эксы! Здравствуйте! Здравствуйте! Я дуже рада зустрічі на фінальній вечірці. Боже, по какой причине опоздал Антон? Для меня это безответственность, просто как обычно. Я даже не хотел ехать сюда. Потому что я сделал для себя выводы. У меня моя мама мне говорит, типа, тоже поедь. Привет, Антоне. Здравствуй. За Лісою привітатись не хочеш? Нет. Чому? Вона не заслуживает даже. Вона розвалила весь мой мир. Вона настроила всю мою сім'ю проти мене. Вона настроила всю свою сім'ю проти мене. Всі думають, що я ужасний чоловік. Вообще не говори ко мне, я тебе сказала. Пошла. Больше своей мамой говорит. Ты чего, охренел вообще?
Слушай, вы что, что вы делаете, ребята? Ты вообще неадекватный. Пошла, я тебе сказал. Ты, чем просто. Ты приехал, если так настроен, мужик? Ты не лезь. Боже, какая ты что, слабо? Я думала, что так будет. Я Илья сразу сказала, смотри, задница. Он просто. Я не хочу его занести. Возьмите, пожалуйста, мое шампанское. Я возьму ее шампанское. Алиса, Антона, идите, будь ласка, до мене. Можно я возле вас стану? Боже, что ты устраиваешь этот концерт? Серьезно? Чтобы ты очередной раз меня ударил? Да тебе трогать уже будет. На самом деле она жертва, понял? Ну, она строит из себя жертву. Постоянно, периодически. Антон, ты разумеешь, какие будут наслідки, если ты будешь продолжать быть Алису? Она приехала к моей матери, знаючи, что сейчас у моей мамы, да, финансовые проблемы. Да. Моя мама не работает на данный момент. Да. Она у нее берет деньги. Она берет деньги у моих родителей. А ты у моих сколько раз брал? Хотя бы раз. Подскажи мне, твои родители лично мне деньги в руки дали? А то что... Нет, не то что. Вот конкретный вопрос. Мне лично в руки не давали. Ты делаешь наоборот. Ну потому что есть ребенок, есть потребности, деньги. Когда у тебя есть потребности, я тебе их даю. Когда? Когда, всегда. Один раз ты дал деньги. Один раз? Да ладно. И сколько же? 500 гривен. А, и другой раз 200 дал. А третий раз еще, и пятый, и 50-й. Постоянно. Слово «спасибо» я не услышал. Ни разу. Хорошо. Она ни разу в жизни не заработала денег своими руками. Я говорю, пойди заработай. Попробуй, как эти деньги даются этими руками. Извини меня, посмотри на мои руки. Я понимаю, что да, мне надо дать, потому что это мой ребенок непосредственно. Но ее содержать я не собираюсь. Я вважаю, что вы вчинили правильно, что вы решили розійтись. Адже такі стосунки не можна назвати нормальними. Я дякую вам і сподіваюся, що я більше ніколи не буду чути та не буду бачити, що ти, Антоне, піднімаєш руку на Алісу. Я вже, ну, дійсно, не хочу нічого з ним мати. Антон та Аліса виявились не єдиною парою, яка вирішила остаточно розійтись після проєкту. Ну, зразу після проєкту роз'їхалися. Не получается создать полноценные отношения. Мы расстались. Потому что мы мучаемся. Мы мучаемся оба. Это вот так вот уже. Илья, у тебя в постели, помимо меня, есть за моей спиной другие девушки. То есть ты своим поступком испортил. Так что вот так вот. Все, лучше тебя я не найду. Ты меня с языка снял. После проекта у меня начались отношения с самим собой. Меня теперь это не касается. И хорошо, что проект показал, что это не страшно разойтись. Однозначно. А с Анжеликой ты встречался, да, после проекта? И не раз. Анжелика – это мой родной человечек. У нас ранее были отношения. Алиса, ты веришь, что у Игоря с Анжеликой лишь дружба? Это теперь его жизнь, его дело. Я абсолютно не чувствую никакой ни обиды. Подрослешили не только вы, а и ваши выставки. Я никогда в жизни не думал, что я такое скажу, но я действительно рад, что мы с Машей расстались. И мне по-настоящему стало легко. Да. Я просто знаю, что я классный, красивый, и Маша тоже. Но нам лучше по отдельности. Намного лучше. Не мучат ни себя, ни партнера своего. Так мы и остались друзьями. Так, и это правильное решение. У меня, короче, есть бикса с Полтавы, короче, малая такая. Ну, в принципе, познакомились с ней давно, но жахнулись 2 недели назад. Ну, нормальная чикса именно, ну, вообще, вот, крутая. 2 пари, яких тут не вистачає. Давайте, пожалуйста. Просто зараз проходять найскладніше випробування усього сезону. Собрати вещи домой. Висота. Так. Боже, какой ужас. Не дай бог. Это очень ужасно. Увага на экран.
Фіналісти ще не знають, що є одна умова фінального випробування сезону. А ви не знаєте, Альона боїться висоти? Ні. Аня дуже боїться. А чого Аня не боїться? Сексу. Геворге, Альона. О, Боже мой. Я буду чекати на вас на цьому даху. Відстань майже 50 метрів. Боже, посмотрите на эту высоту. Это просто. Ядрать, ядрать. Это кошмар. Это сложно. И эмоционально, и физически. Протягом маршруту на вас чекає 3 чекпоинти. Ви їх побачите, вони відмічені на стрічці. А от бачиш, раз, два і там. Коли ви доходите до чекпоінта, ви маєте зупинитися, подивитися і послухати відео від учасників, які вибули на нашому проєкті. Бачиш телевізор? Вони поставлять вам питання, яке, на їхню думку, ви ще не вирішили на цьому проєкті. С какой стати, я извиняюсь, бывшие участники нам будут задавать какие-то вопросы. Кто они вообще такие? Они их выбыли, вот там пусть остаются. Ни от одного из участников я бы не хотел бы слушать какие-то вопросы к себе, решили мы что-то или не решили. Вибувші учасники ставитимуть саме ті питання, які протягом проєкту вибивали фіналістів з рівноваги. Подивимось, що втримаються вони зараз. Ви маєте дати чітку відповідь. Якщо я її приймаю, до вас підлітає коптер, ви знімаєте ключ і рухаєтеся далі. Збираєте 3 ключі, переходите до мене на дах, відчиняєте бокс і вимикаєте час. Фінальне іспитання – найбільш складне і тяжке, яке у нас було. Не знаю, як це пройти. Сколько всего прошли, что это не пройдем или что? Как вы вважаете, чи впораються Альона с Геворгом и с этим заданием? Я бы забоялся, мягко сказать. Я думаю, что вопросы, которые могли задавать эти замечательные люди, могут их, собственно, и рассорить. Если Альона готова, Геворг не сдаст заднюю, он не покажет, что ему страшно. Що ж, екси, ми дивимось онлайн-трансляцію фінального випробування, яке проходить пара Геворг та Альона. Только твоя вот эта вот смелость, твой пыл, вот эта вот жажда победы делает так, что я сейчас не боюсь. Мне очень страшно. Мне страшно за себя. Мне страшно за Алену. Очень люблю тебя. Я тебя. Это хороший узел? Так, люди. Я смотрю на ее канатик, который ее страхует, и смотрю, правильно ли он держится, знаешь, такой проверил, вроде нормально все. Так. Оп. Оп. Алена, Геворг, починаємо. А я не готов. Если честно, и может быть это даже не попадет в программу, но я хотел сделать вид, что потерял сознание. Час пішов. Господи. Ого, как это страшно. Боже мой, аж руки трусятся. Давай, моя радость, не бойся. Не бойся, не бойся. Все хорошо.
Она делает шаг сейчас вообще, как будто бы она идет дальше по полу. И даже нет, я так уверена, как она по кабелю по полу не ходила. Георг. А? Я что-то... Тихо. Тихо. Переваливаюсь. Тихо. Я вижу, куколка, но я тоже чуть-чуть переваливаюсь. А как же идти, я не могу понять. Давай, делай шажочек, стой. Попробуй этот взять. Вот так. Вот так. Молодец. Лучше бы я висела там, Георг. Молодец. Держу, держу, не переживай. Спасибо, Георг. Тихо, тихо. Не тихо, иди спокойно. Не переживай, не переживай. У нее ноги трясутся. Боже, а у тебя бы не тряслось, у меня бы только ноги тряслись бы. Боже, пирожуля просто болтыхается там. Все хорошо, спокойно, моя радость. Самое светлое. Зовсім трошки до першого чекпоинта. Ален, меня подтягиваешь чуть-чуть. Да я не понимаю, что происходит. Да ну просто шатается. Это же нереально пройти. Это очень максимально тяжело в руки. Максимально тяжело держать вот так вот спину и вот этой вот херни, чтобы не происходило. Попробуй, попробуй равновесие удержать, чтобы ровно было. Георг, я максимально пытаюсь. Молодец, стой, 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 стой. Ровно, молодец. Георг, помоги руками. Спасибо, спасибо. Тихо. Тихо, не бойся. Тримайся, молодець, молодець. Держись, держись. Не панікуй, все добре. Я не панікую, це дуже неудобно. Меня начинают вот так вот шатать, я вот как рыбка там уже плыву. Я пытаюсь ее равнять, чтобы ее вот так вот не колыхало. Ни хрена не получается. У меня паника. Я пересете. Тихо. Все, ты нормально, все, Ален. Нормально, слышишь? Не бойся, не бойся, я держу. Мы вместе держимся, куколка. Это очень тяжело. Не бойся. Блин. Зараз наші альпіністи вас підтягнуть назад, і ви зможете розпочати спочатку. Ні. Починається істерика. От цей страх, який був, він слізами отак виходить у мене. Маленька, не бойся, пожалуйста, куколка. Прошу тебя, не бойся, хорошо? Це дуже тяжело, Георг. Блін. Як це можливо взагалі? Ну нереально це все зробити. Так, куколка, давай ручку. Так что-то это больно, давит все. Давай, колено. Тримаю. Осторожно только колено. Молодец, есть. Молодец. Молодец. Тримаю. Тримаю, тримаю, тримаю. Молодец, молодец. Мне кажется, почему-то, что они не пойдут. Ну, у Алены были вот в конце уже испуганные глаза такие. Очень хорошо будет, если она пройдет, но опять же, Георг просто, ну, типа, висит и должен ее подтягивать. Ну, она делает больше, чем он, мое мнение сейчас. Готовы на второе коло? Да. Моя бесстрашная девочка. Ничего не боишься ты. Я в вас верю, давайте. Тримаю за вас кулаки. Другой бы девушке я бы ни за что бы не хотел. Только эту. На всю свою жизнь хочу эту девушку. Самая красивая, самая смелая. Не ожидал такого. С Георгом как будто не хочется бояться. Вот с Георгом хочется быть очень сильной. Вдруге пара Георг та Альона продемонструют, як вони можуть підтримувати одне одного. Все, я пошла, да? Да. Молодець, хочеш, іди боком, ось так, але рухаємося вперед. Молодець. Ти красуня. Ти йдеш вперед. Георг, тримай. Не хитаємося, Георг стабілізує її.
Вот так, підтягнув руки. Молодець, є, є. Та ну, тихо, моя куколка, тихо. Я не знаю, что делать. Еще чуть-чуть, и мы сейчас опять обвалимся. Алена, Гевор тебе втримає. Та ну это нереально. Просто нереально. Є. И Алена садится. И я что-то ни хрена не понял. Села и сидит. Ну, я думаю, ну все, дальше мы уже, ну куда мы пойдем? То есть мы по-любому упадем. Как это тяжело. Пробуй ножками, по чуть-чуть, а так. Боже, дышать тяжело. Сидеть на тросе – прикольная идея. Молодцы! Хотя бы до первого. Давай. Ползу, 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 как гусеница какая-то. Є! Чекпоинт! Увага! Слухаем запитання. Георгу интересны дети, семья, у тебя карьера и развитие. Готова ли ты пожертвовать своими амбициями и целями ради отношений с Георгом? Я очень хочу детей, и так же сильно, как и Георг. Амбиции и цели я буду применять в отношениях с Георгом. И семью, и детей я тоже хочу. Даже в отношениях можно расти. Если бы для меня карьера была важна, я бы с Польши не приехала к Георгу, я бы там все продолжала. А так я все бросила, и учебу, и работу, и приехала к Георгу. Поэтому тут вопросов нет ко мне вообще. Мимо, Игорек, мимо. Я зараховую вам цю відповідь. Отримайте ключ. Георгу это не нужно. Георгу нужны семья и отношения. Она хочет карьеру и самореализацию. А я считаю, она правильно ответила. А что ее надо жертвовать? Ну так, а если он ее любит, как он может ее заставлять выбирать? Либо семья, либо твоя творческая там карьера или еще что-то. Если он любит, он скажет, да почему ты развивайся, и я буду рядом. Почему она должна выбирать? Справа в том, что на 14-му тижні Георг нарешті відпустив Альону працювати. Хорошо, посмотрим, да, хорошо. Конечно. Вот он, Георг, наш ключ. Стой, дай эту ручку. Нет. Только не дергайся, пожалуйста, хорошо? Нет, Георг. Стой. Держи, держи, вот рука. Мне страшно, когда он отпускает руку, я думаю, сейчас как я завалюсь, именно рывком упаду, а это самое страшное. Я витаю, первый ключ ваш. Я вообще не понимаю, как это все происходит, но ключик у меня, и я радуюсь, говорю, Георг, ты вообще крутой, молодец. Лишилося всего два. Третина шляху позаду. Не, я не могу встать. Пробуй так. Пробуй, как ползла. Давай, как ползла, Ален. Как? Вот так, как ты только что ползла, вот так ножками, по чуть-чуть, а так. Да. Ух ты, круто тянешь. Блин. Все Георг, хорошо. Мы молодцы. Мы крутые, да. Ты крутая. Ты молодец. Ты лучше всех. Вот эти вот слова так помогают. Ну, мне никто никогда столько приятных слов не говорил. Еще трошки, будет другой чекпоинт. Алена, если мы так доползем, будет очень круто. Небольшими шажочками, хорошо? Не спеши. Не спеши, мы уже половину прошли. Есть! Чекпоинт! Увага, друге відео! Георг. Боже, моя красавица!
После проекта дашь ли ты Алене свободу? Например, право выбрать профессию. Она мне говорила, что очень мечтает быть моделью. Они сейчас задают вопрос не мне сейчас, нему, а мне там 9 недель назад, 8 недель назад, 7 недель, вот тому мне. А это другие люди уже. Я исправился, я многое изменил. Я сейчас совсем другой человек. Я чувствую, насколько я другой человек. Такой же классный, но другой. Я для себя сделал вывод, что Алена сильная и должна оставаться счастливой. Она крутая и доказала мне, насколько она может быть в безопасности, даже когда я не рядом в какой-то момент. Я для себя понял, что она может идти на какую захочет работу. Она крутая, и я уверен, моделинг будет ей моделинг. Что захочет, то и будет. Главное, чтобы такая, как она, всегда была со мной. Алена, принимаешь відповідь? Да. Наконец-то Геворг осознал это. Я подумал, а почему нет? Моделью так моделью. Захочет она моделью, пусть пойдет моделью. Я реально уверен, я очень уверен, что я не буду так переживать больше. Она не моя собственность, она личность. И личность даже, наверное, много сильнее, чем я. Геворг, браво! Отримайте ключ. Илона, а ты задоволена відповіддю? Что могу поделать? Конечно, согласна. Почекай, тобто ты ему не веришь? Нет, но я очень сильно сомневаюсь, потому что он всегда отказывал. Тобто ты не веришь, что он мог изменить свою думку на 15-му тижні проекта? Вы знаете, на такой высоте я бы поменяла мнение. Ну, я думаю, что все-таки он прислушивается к Алене, и несмотря на свое там какое-то упрямство, либо же там свои амбиции, он все-таки хочет ей где-то уступить. И в чем-то пойти ей навстречу. Мы просто пришли на проект, он был такой категоричный вот сразу. Но когда было испытание, даже тоже с блинами, которые мы проходили, и он все-таки через силу соглашался, и он видел, что реально она может, и он сам это уже признавал, он говорил, мне сложно признать, но я это признаю. Молодец! Геворг, ты вообще самый лучший. Ты самый лучший. Ой, мне может встать? Не-не-не-не, Ален, мы уже близко. Ой, мне больно очень. Чуть-чуть потерпи. Ой! Попробуй как-то как удобно сесть. Ой! Попробуй как удобно, куколка. Как больно. Куда? Да везде уже. Оно так трет, и мне там все печет. Снаряжение давит, впивается просто в кожу, и силы теряются очень быстро. Ой, как больно. Ой. Давай. Давай, молодец. Осталось, наверное, еще таких 5 шажочков. Раз. Стой, не спеши только, пожалуйста. 2. Молодец. 3. Так, 4. Давай чуть-чуть. 5. Как больно. Еще шажочек, моя радость. Оп. Дотрагивайся. Все. Дотронулась. Е. Чекпоинт. Увага на экран. Ребята, привет. У меня есть вопрос к Алене. Секса будет становиться с годами все меньше, потому что наступает бытовуха, ты начинаешь больше выносить мозги, ты начинаешь больше... О себе говорит. Его уже не так даже будет хотеть, то есть Геворг будет тебя хотеть все меньше. Тебе нужно все больше. И как ты тогда будешь выживать? Такая все... Знаешь, так разговаривать, типа она такая умная. Так, мы будем вносить наш секс разнообразие, всякие игрушки, ролевые игры. Всякие такие прикольные места будем пробовать. И Геворгу не будет со мной скучно никогда. Мне уже стало намного лучше с Аленой, даже, ну, чем было до проекта. Сейчас у нас вообще все хорошо в этом плане. Поэтому, извини, Маш, вопрос мимо. Дай бог, как говорится, каждому такой секс. Принимаю вашу відповідь. Тримайте ваш третий ключ. Мне понравилось, как они ответили. Про разнообразие пускай пробуют. И вообще мне нравится, как они проходят испытания, они так поддерживают друг друга. И на вопросы, в принципе, достаточно четко и нормально ответили. Це було останнє питання, останній чекпоінт, і лишились лічені метри до перемоги.
Молодец, Геворг. Молодец. Є. Третій ключ з трьох. Залишилося дійти до фініша. Я не знаю, як ти йдеш ногами вперед, але це працює. О, як тяжело! Как же больно. Пожалуйста, не переживай, чуть-чуть. Здесь уже очень тяжело, я не понимаю, могу. Я понимаю, радость моя. Я поддерживаю, я переживаю за нее. Она все натирает, эти крепления везде натирают. Мне тоже вот так вот все передавило, мне уже все натерло. У меня пах горел, знаешь? Давай, оп. Извините. Еще шаг за шагом. Ой, боже мой. Давай, 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 тримаю за вас кулаки, давай. Там дальше все сложнее и сложнее. Георг, у меня руки очень болят. Пожалуйста, чуть-чуть. Ой, как это сложно. Зачем я согласилась? Лучше бы я висела там, Георг. Сейчас еще чуть-чуть, я сдаюсь, потому что это нереально. Это невозможно, сейчас уже очень сложно. Дальше нереально, но мне просто... Попробуй чуть-чуть еще, попробуй чуть-чуть, Ален. Ах, да ну это очень сложно. Еще чуть-чуть, Ален, еще чуть-чуть, давай, оп, давай еще чуть-чуть. У меня уже очень болят руки, жопа, спина, ноги. Моя куколка, я расцелую вот это вот все, что у тебя болит. Давай, перебирай ногами. Ох, молодец. Есть. Это чуть-чуть, вот так. Помогать ручками, давай, ой, опа. Как сложно. Все. Давай, 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 тягнись. Ой. Еще чуть-чуть, есть. Прижимай же тут. Давай, поднимай жопку. Поднимай ее, поднимай. Есть. Охренеть. Давай. Ален, ключи, ключи, ключи. Стой, 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 Давай, тягни мне. Геворг. Давай, давай, дружок. Стой, сейчас ноги, ноги. Здавалося, це неможливо. Хвилину тому здавалося, що це неможливо. Вставай. Ух ты, Ален. Как? Ну это же представить себе не мог, что мы сможем доползти, знаешь? Геворг, боже, молодите. Стоп, давайте, стоп. Есть. Ален, давай, давай, скорей, скорей, скорей. Умничка моя, но. Давай. Yeah! Я запиняю. Дай поцелуй. Молодцы. Я даже не знаю, как они так додумались ползти, и это выглядит нереально, но они, конечно, молодцы. Я очень рада за них. Я смотрю назад, а там такой путь. Я думаю, как я в таком положении это сделала? Для меня это было невозможно. Спасибо вам, от вас такая поддержка. Насправді, в мене просто не вкладається в голові, що ви впоралися з цим неймовірно складним завданням. І останнє запитання. Чи є у вас страх бути разом? Нету. Якщо я з Геворгом, значить я хочу бути з Геворгом. А я буду с ней до конца жизни, я уверен. А сейчас она только доказала мне, что мне всегда с ней будет хорошо. Я не боюсь быть с тобой. Я не боюсь быть с тобой. Я счастлив быть с тобой. Я. Это испытание показало мне, что путь в одиночку был невозможен. Что плевать на преграду, которая у нас на пути, когда мы вместе. Это было прям очень круто. Що ж, тепер черга Ані та Августа. О, це зараз буде весело. Аня, Августа, вітаю вас на даху. Зараз ми як от фрум і все. Брали всю пушку бомбо-торпеда. Я так настроїла, що все должно бути ідеально. Мужчина-альпинист. По-братски, скажите, я вот такая вся, это мне ж очень важно вниз смотреть, или можно, можно так... Можно глаза закрыть. Чик, и вот можно смотреть вперед, вперед в счастливое будущее. Она смотрит, сможет вперед смотреть? Попробует, ну, должна получиться. Если не получится, просто закрой глаза. Я даже сюда боюсь лезть, вы понимаете? Извините, вы бачили? Мась, ну ты
Ты не смотри вниз. Да ну я в шокине еще несчаст. Суки, абле! Мас, не смотри вниз, ты как пчелка. Пробуй расслабиться. Мазяный пчелка, ты... Какие-то слова. Мне очень не нравится, когда она паникует, но я уже как-то нахожу такие слова, чтобы ее успокоить, чтобы все было нормально. Ты моя пчелка, будешь летать, там все будет хорошо. Аню, ти вже пересилюєш сама себе. Ти молодець. Що? Ти вже дуже крута. Та я спасибо, я знаю. Молодець. Дуже тебе люблю, дуже тебе люблю. Я тебе люблю, все круто будет. Ноги немеют, ручки потеют. Ти як представляєш це все, це так, це дуже страшно. Ваш час пішов. Август, давай. Не, они пройдут. Но она боится больше, чем Алена. Алена такая, она и на мосту спокойно залетела, и тут, а она боится именно в натуре, искренне боится. Вот сейчас Август и должен силу всю свою. Надеюсь на тебя, бро. Я люблю тебя. Так, Мас, поехали. Ты сможешь. Оп. Оп, держись. Молодець. Я вот когда сделал первый шаг, прошла вся жизнь, короче, вот сразу передо мной. Фух. Оп. Оп. Все отлично. Оп. Я шатаюсь. О. Ничего страшного, Мася, не паникуй, все хорошо. Посмотри, как я трусит. Знаете, если бы не Августа выдержка, они бы до финала не дошли. Да. На Августе строятся, в принципе, отношения, на его выдержке, на его желании идти вперед. Благодаря Ане он держит равновесие и идет. Она его как бы потолок. Оп. Заспокойтесь, оп. Тримайте баланс. У меня так трусятся ноги, что... Очень сложно на весу держать. У меня мышцы слабые. Я держусь. Тише, тише, тише. Тише, тише. Аня, розплющ очі, подивись, яка краса навкруги. Я глянула вниз, а там так высоко. Людишки отакі, машинки отакі. Ще крок і чекпоінт. Оп. Зупиняємося, оп. Дивимося на екран. Август, стоп. Стой. Привет, Аня, Август. И мой первый вопрос именно к вам, а именно к Августу. Скажи, готов ли ты после рождения ребенка и появления его в вашей семье уйти в декрет? Из-за того, что я зарабатываю больше, и у нас родится ребенок, Август уйдет в декрет или нет? Такой тупой, честно. Я смотрю, Элис, ну, могла бы интереснее что задать. Это кому вопрос? Август, чи ты готовый пойти в декрет? Нет. Нет, конечно. Аню, тебе це влаштовує? Да! В смысле, он будет сидеть с ребенком? Мужчина, он добытчик. Он глава семьи. Он должен содержать семью, зарабатывать, поддерживать. Он главный у нас. Элис, а ты згодна с такой відповіддю? Ну, я услышала твердый ответ от Ани. Окей, забирайте ваш ключ. Бери, бери, бери.
Ключ ваш, рухайтеся до нас. От такой ключик. Да, я его вкрала, шо? Диви. Все, пошли. Давай. Оп. Оп. Все, у меня уже начинают ходуном ходить ноги, я понимаю, что трос ходит. И я понимаю, что сейчас начнет Аня паниковать. Что, резинка порвалась? Точно, Август не мог упасть, резинка порвалась. Все живи та здорові. У меня внутри, я Богом клянусь, вот такой страх и такой адреналин. Держишься? Да. Можно держаться за тебя? Да. Відпускай його. Я понимаю, что я его не отпущу. Я не могу его. В смысле, я его отпущу? Нет. Потому что мне казалось, что сейчас я его отпущу, и он упадет. Нет. Пускай. Да. Ты у меня такая умничка, Любовь. Я тебя люблю. Ваша наполегливість викликає почуття гордості. Видиш, Мас, нами гордяться. Я тобою так горжусь. Я тобою Мас, нереально просто. Ти в мене така молодець, я не можу. Мас, не смотри тільки мені зараз. Ти забирай, назад, на себе. Можеш? Ну, сейчас поэта поспокойнее. Мас, ты такая молодец, я сказать честно. Он настолько меня поддерживал. Он сказочный. Он просто невероятный. Мне правда, вот мне достался самый лучший мужчина в этом мире. Вот правда. Аню, Августе. Все хорошо, да. Готовы спробовать еще раз? Да, мы готовы. Да. Давайте, ребят. Мась, встали и пошли, все будет нормально. Да, Мася, дойдем, да? Да, до конца давай. Дойдем, да, хорошо, Любовь. В первую очередь мне хотелось доказать самой себе и Августу, что вот я готова ради нас на все. И что? А себе доказать то, что Сулейма, ты не малолетняя сцикушка. Можем! Так, все, у нас пошли. Оп. Оп. Аня, стабілізуйся, Аня, стабілізуйся. Молодець. Ось ви вже майже на першому чекпоінті. Вдвічі швидше, ніж минулого разу. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, все нормально. Я постійно говорю, все хорошо, все отлично, все хорошо. Все нормально, все хорошо. Это очень страшно. Ай-яй-яй-яй, все нормально. Ай-яй-яй! Все, Мас, не...
Ну-ну-ну-ну. Мне бы очень хотелось, чтобы они прошли, даже просто не для времени, а для себя. Потому что как Август ее поддерживает, какими словами, очень трогательно. Поэтому, ну, не знаю, сможет она вот эту усталость и страх перебороть. Ну, видно, что ей очень страшно. Не знаю, решится она или нет. Дізнаємось, чи буде третя спроба. Мас, не переживай. Все, снимайте меня быстрее! Надо начинать заново. А мне так больно. Мне казалось, что эти тросы, вот эта вот защита, она просто режет мне тело. У меня здесь раны прям. Успокойся, выдохни. Пожалуйста. Выдохни, все, не будем, не будем. Это паника, угомоните ее панику. Все хорошо. Все хорошо. Это были слезы бессилия. Того, что мы пробуем раз, два, и не получается. И слезы боли от того, как тебе было сложно. Все, все, все. Все, любимся. Аню, Августе, вы будете проходить это выпробование втретє? Что происходит? Я не могу. Нет, мальчик, я не могу. Серьезно, мне очень больно. Пожалуйста, снимите все, меня отсюда. Любимая, все, смотри на меня, смотри на меня, смотри на меня. Смотри. Все, ребят, спускайте, мы не будем больше. На цьому ми дійсно ставимо крапку. Але особисто від себе хочу зауважити. Ви неймовірні. Спасибо. Ваша підтримка одне одного заслуговує на мій повітряний поцілунок цього даху. Спасибо большое. І тепер найголовніше запитання. Питання, яке хвилювало мене і вас протягом усього сезону. Ви боїтеся бути разом? Ми не боїмося бути разом! Мы не дошли до конца, но это наша личная семейная победа. Да, мы были не то что одна команда, а одно целое, правда. Да, мы победили самих себя. Потужно. Аня вообще голова же туда полезла на самом деле. Если у нее такой панический страх высоты, то ну, это заслуживает уважения. Они такие милашки. Да. Но я считаю, что они прям не то, что перебороли, а прям сделали прям нереальное что-то. Что ж, экси, незабаром наши финалисты до нас приєднаються. А пока что, после того, как пара Альона та Ілля покинули проект, до моих рук потрапив лист, який пара адресувала Ілоні. Жду. Написать письмо, идея появилась так неожиданно. Я буквально за полчаса, за час написала и все. Ну, все, что просто, я думаю. Мои пусечки! Давай, декламируй. А ты что, читать не умеешь? Зачем? Ты же старалась. Неси ответственность за свои поступочки. Читай. Какой-то спектакль. Читай. Это твое письмо. Нет, нет, ничего не делай. А что ты бросаешь мне в лицо? Я не понимаю. А что так бесишь? Я что за дело? Илона – это человек-провокатор. Она мне это письмо тыкала в лицо, вот я ей просто уже и швырнула. Ну, то есть она устроила это цирк, и она цирки получила. Алена, Иля, что в том листе? Это то, что я не успела сказать, когда мы вылетали.
меня, письмо. Короче, да. Такая громко. Я не хочу задеть твою честь, хоть у тебя ее давно уже нет. Ты просто богиня едкого дерьмеца. Я бы назвала тебя скунсом, но скунс не такое вонючее животное, как ты. Пау-пау-пау. Тягать железо, много ума не нужно. Да и зал тебе не помог избавиться от целлюлита на твоем... Твои духовные ценности и принципы на уровне портовой. Ага. Он еще так читает, типа, знаешь, преподнести не обидно. Ты тупиковая ветвь эволюции. О, ну это... Не размножайся. То есть я не должна была рожать свою дочь? Это нормально себя мама так ведет? Типа, ну алло. Ну, серьезно, ну это не мать. Это я не знаю. Я считаю, что Алена написала все интеллектуально грамотно. Ну, прям, это высший пилотаж. Песня большая. Да, конечно, боже. Я покакаю и вытру этим свою попочку, потому что это твое лицо, вот это. Кружусь с тобой. Я прошу прощения, но это... Вы понимаете, когда люди в 35 лет делают такую... Серьезно? А вопрос, а когда мне 35 стукнуло, через 10? Ну, вроде адекватные люди, да, с виду, но я... Извините за выражение. Мне было не стыдно, я злорадствовала. Вы плохо знаете ангелочка. Ален, мені соромно було це чути. Тим не менше, проект «Екси-3» – це суцільна правда. Про ваші пари і навіть про ваше ставлення одне до одного. Ілоно, Єгоре, чи хочете ви щось відповісти? Спасибо за внимание, за вложенный труд. Пусть в негативном ключе, но на что позволяет их чувства, их сердце. Ну, типа, спасибо. Я молодец? Конечно. Ты видел? Все благодаря тебе же. Типа, ты вела себя достойно. І доки ми з вами тут спілкувались, наші фіналісти вже приїхали зі свого останнього випробування у супроводі мого колеги. Олександр Педан, виходь до нас! Everything that kills me makes me feel alive. Привіт, Ексе! Здравствуйте, Олександре! Те, що відбувалося, власне, на даху, не передати словами. Кожна пара продемонструвала готовність змінюватися. Ну і зрештою, звісно, я можу ще раз підкреслити, що обидві пари варті того, щоб стати переможцем на нашому проєкті. Знаєш, Саш, я вже не можу дочекатись, коли нарешті вже побачу цих красунчиків. Я запрошую на цю сцену одного з чотирьох. А що, не всі вижили? Що по грати? Це буде італіянська музика. Похудел что-то так быстренько. А после крыши то и не только похудеешь. Ты говоришь, ты такой красунчик. Спасибо. Я старался. Как тебе стоять сегодня на этой сцене? А, неплохо. Неплохо, комфортно. Волнуется, видно. Георгий, а что для тебя означает перемога в проекте «Экси»? Я считаю, что я уже победил.
Я прошел все испытания, которые мог дать проект. Я выявил для себя все уроки, которые мог дать проект. И поэтому, в принципе, я уже считаю себя победителем. Ну что ж, Алена, покажись. Ты шо, ого. Нет. Алена, ти така гарна. В тебе таке декольте, такі ноги, але найголовніше, що ти сяєш. Сяєш зсередини. Ой, я сейчас в шоке. Я в шоке от того, що... Боже мой, привіт, ребята! Я вообще не ожидала, что так будет. Это как будто сон какой-то, не могу в это поверить. Нужно ущипнуть себя, я не знаю, чтобы мне было больно, чтобы я поверилась. Потому что я не могу себе поверить сейчас. На Гевор, куда, как далеко мы зашли, понимаешь? Да. Я вообще не ожидала, что так будет. Когда я пришла на проект, это вообще другая Алена какая-то была. Закрытая, какая-то неуверенная, вечно с какими-то претензиями к Гевор, какие-то там ссоры создает. А сейчас сознание как будто вообще поменялось. Уже не хочется вот этих вот ссор, вот этого вот негатива. Хочется договариваться, хочется разговаривать, понимать друг друга. Ну что ж, я пропоную подивитися вам, як саме ви змінювалися протягом усього проекту. Я хочу это увидеть. Волнительно. Увага на экран. Меня зовут Геворг. Меня зовут Алена. Я обожаю Алену за все. Геворг меня поместил в такую среду, что было ему удобно. Мне не нравится, что она может общаться с каким-либо мужчиной. Он везде все запрещает мне, контролирует. А какую-то личность, как личность, я себя не чувствую. Она преувеличивает. Не думаю, что это проблема. Ты хочешь, чтобы я была возле тебя, и тебе было хорошо. А как чувствую я себя, тебе все равно. Вот минус – это вот эта вот ситуация, когда она резко может уйти от всего. Он говорит, что любит меня, какая я есть, но он не знает, какая я. Она мой человек. Я очень боюсь ее потерять. Та переконаємося ми в цьому лише на проєкті. Куди я вас і запрошую? Привет, привет. Здравствуйте. Пирожочек і гепард. Просто було сложно. Видиш, до чого ти довёл? Бери сыр. Фрукты. Подожди, какой... не дергайся. Мы опять не можем прийти ни к чему общему. Колбаса вообще ни к чему. Зачем здесь колбаса? Георг, ну мне не нравится, как ты себя ведешь, правда. Мною командовать не будешь. Ты еще решил фату поднять, да, Георг? Что надо было сделать? Все, делай, что хочешь. Мы просто... Не пойми, из-за чего ссорились. Уже улыбались, это точно. Ты дергаешь прям. Упади в эту воду уже. Боже мой! Отойди, отойди от меня. Мне нужен этот ресторан, ничего. Я не хочу, чтобы Георг такое чувствовал. Егор, в тебе неправильна відповідь. Ріжем. Я ставлю
вас до номинации. Нам очень нужен этот проект. И мы обязательно изменимся. Сразу на эту штуку вставай, если что. Сейчас все будет, куколка. Так старался. Давай, давай, все хорошо. Я помогу тебе чуть-чуть, давай. Молодец, моя куколка. В очередной раз она доказывает мне, что она стоит многого. А я хочу извиниться. Извини меня, пожалуйста, пирожок. Зупинятись ніколи ні, хоча через каміння та гори йди. Придержи. Жесть. Чому ти обрав? Єгор, ти будеш крутим папа, я уверена в цьому. Я щастлив, що когда-то вибрав именно тебя. В шоке, блин, спасибо за то, что дали это все пройти. Я хочу это видео пересматривать бесконечно. Это, ну... И вот тебе спасибо. Аж подшатывает. Мы пишаемся вам. Спасибо большое. Спасибо. Однако есть еще одна пара, яка, на нашу думку, зробила теж дуже багато для того, щоб стояти поруч із вами в фіналі. Ого, сколько вас много. Такие красивые все. Ты себя видел? Сам себе подобаешься? Есть такое. Чи подобаешься ты себе оновленный после проекта? Я зараз не про зовнішній вигляд. Да, однозначно, да. Если честно сказать, я изначально шел на проект, думал, чем же они там мне помогут? Чем они Ане могут помочь, нас как-то соединить, я вообще не знаю. Но каждое испытание, каждое недопонимание, оно требует того, чтобы решать это все, а не как мы делали до проекта. Убегали. Поэтому, да, я однозначно могу сказать и с уверенностью, что проект помог мне измениться. Что, в принципе, самое главное было для меня. Аню, выходь до нас. Привет, красотка. Насколько очень красиво. Спасибо, очень красиво. Аня, как тебе стоять на этой сцене в финале поруч із Августом? Очень волнительно, очень. Мне ни перед одним испытанием так страшно не было. Мы вообще планировали на 2-3 недельки. Мы думали, что у нас одна проблемка, мы ее быстро решим и поедем домой. А как оказалось, у нас их вагон и маленькая тележка. И мы их решили. Я тебя люблю очень. Я тебя люблю.
Ну що, ми завдяки нашій величезній команді фіксували все, що відбувалося з вами, між вами, протягом цих 15 тижнів. Увага на екран. Меня зовут Аня Сулимай. Меня зовут Август. Мы живем как сожители. Надо вот, не знаю, либо пауза, либо разрыв. Я как женщина, как человек, как личность не привлекаю его вообще. Она начинает вот нервничать и начинает уходить в себя, опять же таки. И у нас диссонанс какой-то. Я какой-то молодой, да. А я? Ты хочешь что-то поменять, и ты не знаешь, что делать. Если мы поймем, из-за чего вот эта вот стена, каждый будет делать со своей стороны то, что сблизит нас опять. Я запрошу вас до проекта. Мы живем в говне. Мы живем в говне. Ну иди, живи в другом месте. Я образно говорю, что ты орешь. Ты можешь нормально разговаривать? Через півроку ви одружені? Так. Да. Ти що написав ні? Ти що, здіваєшся? Мої любимі плуги. Все. В сексі теж швидко здаюся. Завжди я швидко здаюся. Можно уйти, я не хочу вообще ни дальше продолжать, ничего я не хочу, честно. Сьогодні відправляю вас до номінації. Вам треба знайти спільний ритм в стосунках. Як тато в дитинстві називав Аню. Це правильно йти? Так, звісно. Точно? Так, дуже правильно, да. Ви що вчили? Какого мене? Конечно, ты такой молодец тогда был. Вообще, Мус, ты всегда молодец. Но там ты просто мой герой был. Все! Ты такой молодец! Стой, желтенькая. Все проблемы, они не решаются силой, они решаются разговором. Вот я даже типа не верил, что так может быть. Поэтому очень рад. За ужас был. Це є! Я вас вітаю, це фініш. Baby, if you give it to me, I give it to you. I know what you want. You know I got it. Baby, if you give it to me, I give it to you. I know what you want. Ти будеш самим ідеальним папа на планеті. Все, вроді усну. На самом деле, хочу тебя очень сильно поблагодарить и горжусь тобой прям нереально. И я бы хотел... Давай, Вась. Успевай. Ну, Вась, я еще раз становлюсь на колено перед тобой.
Я очень хочу, чтобы у нас все было хорошо. Будет. Вас очень волнует. Ты согласна? Конечно, да, навсегда. Навсегда. Будет 16-я неделя, а длина во всю жизнь. Навечно. Колечко вот на этот пальчик. Это предложение от Августа. Еще одно и еще одно, да, и навсегда. Угу. Ты не вернешь его? Никогда. Я не хочу, чтобы ты сомневалась во мне или еще что-то. Не буду. Чтобы мы уважали друг друга. Ты хорошо? Будет всегда. И чтобы ты не нервничал. Клянусь, не буду. Хорошо. Все, пошли. Що, Август, мені здається, що це було найскладнішим випробуванням на проєкті. У мене була річ, яку я підготував. У мене всі слова запутались і... Ну таке у тебе. Ідеальний. Ти справжній. Це найголовніше. Я люблю говорити від душі, але у мене було хоча б в запасі там, три слова, знаєш, яких я должен був головних сказати, але я навіть їх не сказав, розумієш? Аню, ти щаслива? Очень, очень. Это самая большая победа моя. Это самый мой главный приз. И я счастлива, что мы вместе. Навсегда. Геворг, Альона, поверніться, будь ласка, на сцену. Перед тим, як оголосити переможця сезону, я хочу підбити підсумки останнього випробування. Це було жорстко, що я не жорстко. Отже, Геворг, Альона, я не знаю, як ви дісталися іншого даху. Грейб Господа. Ну, ви фактично, я не знаю, доповзли по стрічці через 50 метрів відстані над висотою 30 метрів. Ніхто б не міг передбачити, що це взагалі можливо в такій позі, вибачте. Те, як ви чіплялися за цю перемогу, те, як ви чіплялися одне за одного, підтримували одне одного. Я дуже хочу, щоб у вас так було в житті. Аню, Августе, так, ви не дійшли до протилежного даху. Не дійшли. Але ті зусилля, які зробила Аня над собою, над своєю фобією, заради збереження ваших стосунків, підіймають ваші стосунки і вашу пару на зовсім інший щабель. І фактично це теж перемога в цьому випробуванні. Хоча ви і не дісталися фінішу. Я вам дякую за це випробування. І вам спасибо. І вам спасибо більше. Спасибо. Що ж, ми з Наталою дуже довго радилися. І ми вважаємо, що ви всі, без винятку, варті перемоги. Але, на превеликий жаль, переможцем буде лише одна пара. І перемога дістанеться парі, яка, на нашу думку, подолала більше, ніж усі учасники цього сезону. Пара, якій найважче давалися кроки вперед. Через впертість та певною мірою егоїзм. Однак заради кохання вони не просто змінилися, а стали невпізнаваними. Після 15 виснажливих, але таких необхідних тижнів перемагає пара. Ну. Не смей так видеть. Ты могла напрямь в мире. Какая пара? Красива. Счастлива. Отже,
у третьому сезоні проєкту «Екси». Після 15 виснажливих тижнів перемагає пара Геворг та Альона. Как вообще? Блин, у меня сердце в пятки упало. Я думала, у меня речь отнимет просто. Ну вот есть же слово, что когда ты в шоке, вот это вот я просто. Прилив эмоций. Что ж, переможцы, витаем у вас, вам слово. Это просто что такое, Георг? Спасибо огромное, потому что мы старались. Я последние силы на этом испытании отдавала. На каждом испытании последнее всю себя отдавала. Полностью, с душой, со всем. И спасибо вам большое, потому что это огромная гордость для нас. Вместе да, этот проект, помимо того, что как-то вот открыл нас самих к себе, так и заново открыл нас друг к другу. Я совсем по-другому узнал Алену, совсем с другой стороны. То есть, ну, вообще все, все. Все в корне изменилось, и ну, я чувствую, что то, что это большой путь, пройденный этот путь, будет не зря. Я здесь выиграл не просто победу на эксах, я здесь выиграл свою счастливую жизнь с очень-очень красивой, крутой девушкой, которая всегда будет вровень со мной. Я буду гордиться ней всю жизнь. Аню, Августе, ви теж здобули перемогу, і ця перемога да. в тебе на пальці, Аню. Да. Ну, безусловно, хотелось бы победить. У меня никогда не было где-то побед. Именно вот так вот, что вот официально первое место. А, я понял один лайфхак, то что, допустим, если она там будет, допустим, побеждать себя, я просто буду ей покупать медальку и давать ей медальку. И для нее это главное, поэтому я понял. А то я, в принципе, если немножечко расстроился, что мы проиграли, потому что я хотел эти 100к кинуть на свадьбу, но ничего, заработаем. Заработаем еще больше. Мы взяли максимум с этого проекта. Мы семья. Семья Казанчук Сулейма. Это большой путь, пройденный этот путь, будет не зря. Бонус від нашого проекту. Спасибо. Це заслужений бонус від нашого проекту. На розвиток родини. Це добре. Я тебе люблю, моя куколка. Я тебя люблю. Я всю жизнь буду тебе доказывать, насколько сильно я тебя люблю. Всю свою жизнь, до последнего вздоха. Все, 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 ну я просто хочу эмоции. Ну що, хто з учасників тобі сподобався найбільше? Пиши свою думку в коментарях. Не забувайте підписуватись на YouTube нового каналу. Ну і щоб бути в курсі всіх подій, натискаємо на дзвіночок.